преддверии открытия оздоровительного лагеря дневного пребывания в городском округе прошла приемка детских площадок к летнему отдыху школьников. За 2 недели до открытия была проведена проверка пожарной безопасности во всех школах города Фокино, а также поселков Дунай и Путятин. Далее подробнее. Что касается пожарной безопасности, то в нашей школе, 251-й, директор школы очень, и администрация, в частности, большое внимание этому очень уделяет. Поэтому перед лагерем были проверены все огнетушители, заправлены или не заправлены, имеется ли там давление. Вот, некоторые взвешивались. Вот, была проведена проливка, проверка пожарных рукавов метода на проливке, вот, перекатка на новую скатку, так как это положено. Ну, то есть в целом школа готова к началу летнего оздоровительного лагеря. Говорить о готовности – это одно. А вот как проходила непосредственно сама проверка, для чего она была нужна и чему уделяется особое внимание – вот что действительно интересно. Ведь целью программы является создание условий для полноценного летнего отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. Уже первая смена будет включать в себя 125 человек. Ребята будут находиться в школе с полноценным завтраком и обедом. Всего в городском округе будет функционировать 12 детских площадок, включая поселки Дунай и Путятин. В ходе проверки готовности объектов к организации детских пришкольных лагерей особое внимание уделяется состоянию первичных средств пожаротушения, состоянию эвакуационных путей выходов, содержанию системы средств противопожарной защиты объектов, а именно противопожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения, а также порядок обучения работников образовательных организаций мерам пожарной безопасности. Инспектором пожарной безопасности проверялось наличие плана эвакуации, правильность его составления, наличие заправленных огнетушителей и знаки эвакуационного выхода. А вот результат проведенных проверок, были ли выявлены нарушения, если да, то какого рода и были ли они устранены, нам сообщат позже, пообещал инспектор пожарной безопасности.